Сейчас буду петь. Готовьте. Закрывайте уши, пацаны. Закрывайте уши и бегите. Я вас предупредил, потом не обижайтесь. О, сука! Мнится вороне, а может быть собаке, а может быть корове. Ну хватит гному уж петь. А может не бежала, а может у меня лайфстил есть, а может быть и нет. Убейте кто-нибудь плиц. Блин, брат, убейте кто-нибудь плиц. Интересно, как это связано или нет? Да ты заебал тупдекать, а? Сейчас тупдекин Тириона. Ты посмотри. Смотри, как играет чувак, а? Я думал, я крутой, а тут такие дела. Ладно, поражен отпусти. Ну, короче, мы очень боимся Тириона. Тирион будет проблема. А, про Синдрагоса? Да ну ебаный ты нахуй, а! Да иди ты в хуй, блять, мудак! Пиздец какой-то, просто пиздец, пацаны. Здравствуйте, я пидорас, и топдекер как блядина. И копаю как пидорас, потому что я пидорас. Так, что там чувак в чате просил поставить, я забыл. Бенброуд, хорошо, спрошу. Ну, типа летал? У меня, например, 12, а у него типа летал, да? Ох, пидорас, а как же горит от него. Бэтметал любой, хорошо, ну все, он нас выиграл. Просто горит этот пидорас, а? Все ему, блядь. Что такое ASMR? Смотри. Запускаешь стрим. Называешь его ASMR. Желательно, чтобы у тебя был качественный микрофон. Ну, иначе никак. Есть даже стереомикрофон, никто и стримит. Берешь такой? А сейчас я буду. Погоди, я поставлю на паузу. Сейчас я буду издавать микрофон. Разные звуки, чтобы охуели. А если стереомикрофон, то можно еще так отсюда, а потом где в одно ухо, а потом в другой раз так передвинулся и в другую часть микрофона, б, и у тебя в другом ухе, б, а потом берешь такой, а сейчас, короче, буду я вам, у меня есть тут дилдо, сейчас я буду дилдо водить по микрофону, и вам будет очень клево. А теперь я... Вот у меня есть тряпочка для протирки очков. И вот это вот ASMR. Как вы думаете, я могу стримить ASMR? Да, конечно, мог. Кто угодно может стримить ASMR. Для этого ничего не надо уметь. Да, вот что Роскомнадзор должен блокировать. Карась, это ты вернулся? Признавайся. Сегодня прямо в начале стрима Карась заказал. Подарили мне зрители модератора огромный чупа-чупс. Гном, ну ты, говорят, сосешь, вот тебе большой чупа-чупс. Я сказал, ахаха, очень смешно. Лучше задонатить сотку на песню легче. Легче-то, может, легче, а так дешевле получается, понимаешь? За $1 можно заказать, например, 3 песни получается. Это по 20 рублей за песню. Видишь разницу? Смотри, берешь $1, покупаешь 500 битцов, делишь их на 3 части. Ну, по 170 получается. Бац, 3 песни за $1, это 60 рублей. А? 100 рублей, может, и проще? А так дешевле. Уже закончилась акция, да? Вот козлы, а. Вот козлы-то. Надо было закупаться. Закупаться битцами пока дешево, как биткоинами. Курс битца на Твиче скаканул. Да, в нас пропал дух авантюризма. Мы забыли, как запускать вулкан. Не забыли. Опаньки. Ой, ёб твою мать. Вот это позвонил в колокол человек. Вот это наколоколил, конечно. Блять. И что-то все сразу стало плохо. Ни хрена себе неплохо сыграно, да? Молодец, молодец. Прям как будто играть умеет человек. Не, ну хорошо сыграл, ладно, это... Достойный оппонент, надо попробовать его выиграть. Ну, в смысле, собраться, не отвлекаться. Ребят, ну снова случайно выиграл. Я не хотел. Хватит выигрывать. Обещаю, максимум еще один раз выиграю и все. А беляши, беляши, беля, беля, беляши.
Сейчас и здесь Тириона раскопают. Целый день против черепах играем. Раньше играл против кабалок всегда, пока кабалки были в стандарте. Кабалки ушли, теперь против черепах играешь целый день. Сейчас Хантер раскопает Тириона, смотри. Ой, ёп, твою мать! Ой. Говорил, проиграешь, но мы еще не выиграли. Это просто, ну, один удачный эпизод из всей партии. Еще неизвестно, как все сложится. Сейчас как пойдет тут. Зря Бэймил говорит, карта накажет тебя, карма накажет. Да тут Бэймишь, карма наказывает, не Бэймишь, карма наказывает. Так я хотя бы побэймлю. В любом случае, Бен Брод меня накажет. Все, кончился. Беляши кончились, ребят. Нет больше беляшей. Так. Что там? А, стенки у меня еще все. Смотри, стал нормально, сейчас стенки как получу, да? Прикольно будет. Не очень. А-ха-ха-ха-ха-ха! Понимаю. Смотри, кстати, сейчас чувак, по идее, должен вначале уешнуть, а этот должен добить, но полной уверенности в этом нет. А, да, так и работает, да, смотри. Так и работает. Крутая комба, да? 7 по 3. Бедный хантишка. Вообще без шансов. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой! Ну, комбайнер. Слушай, ну я так думаю, что там секрет, который за обилку на 5 в лицо стреляет, правильно я понимаю? Смотри, юзаем обилку, получаем 5 дамага. А что там за секрет, кстати? А, там что-то типа змеиное такое. Да, там крыса, точно. Так, там тянкома. 330 золотом, колосящая банша. Какие легкие были игры? Ну, нет. Не все, скажем так, не все. Две игры я проиграл, некоторые выиграл. Знаешь, было очень плотненько. Тяжело, наверное, сейчас фейс деком играть с декой, который целиком состоит из таунта и армора. Так им, сука, и надо, нехер в лицо ходить. Я считаю, что такие деки должны страдать. Конечно, вот этот друид — это не совсем здоровая хуйня. Ну, в смысле, что здесь очень много ресурсов. Да, это может бесить, что там таунты. Но если вспомнить, что его жертвы — это говнюки, которые ходят в лицо, то получается, что все даже неплохо. Хочешь анекдот? В чем отличие говна и Харстоуна? В говне нет рандома. Я недавно шел по улице, в Харстоун вступил. Думаю, йод говно, а? Ой, в смысле, вот Харстоун. Чел из чатика не верит, что тебя зовут Валера. Марат правильно все говорит. Я Валера, ребята. Меня просто близкие друзья иногда зовут Романом. Вот, конечно, неправда. Это глупость какая-то. Конечно, я Валера. Че, Риан Дракон 4-8 у тебя? А, Дракон 5-9. 4-8 делал хоп. Ты Валера? Ну, у нас два Валера. Ты и я. Валера много не бывает. Ты разве не знаешь такого? Так, у Кири стрельнул девчачью толстовку в Фортнайта. Смотрите, с ушками. Конечно. Вот такая девчонкам досталась. Очень классная, конечно, офигенная просто. А еще я вчера был на Twitch ужине, куда тоже приглашали партнеров Twitch'а. С сотрудниками мы там общались, и мне подарили вот такой вот, видали? Ни у кого еще шапки нет. У меня первая в СНГ. Ну, я так, насколько я знаю. Может, кому-то издали, но я не знаю. Шапка Твича. Как раз шапку хотел менять. Нибириус хуесос подписался. Нибириус, там кто-то гадости про тебя говорит. Но он делал это за $5. Я считаю, что за $5 пускай говорит. Ты его забань, конечно, сразу нахер этого дурака.